А сейчас мы решим следующую задачу. Условие задачи. Ежик нашел 8 белых грибов и 7 сыроежек. Сколько всего грибов собрал ежик? Любую задачу нужно начинать с анализа условия задачи. Речь идет о ежике. Ежик собирал грибы. Сколько видов грибов собирал ежик? Ежик собрал белые и собрал сыроежки. В задаче сказано, что ежик собрал 8 белых грибов. Отметим это в короткой записи условия задачи. А еще ежик собирал сыроежки. И в задаче сказано, что сыроежек ежик собрал 7 штук. То есть запишем в кратком условии задачи 7 грибов, которые называются сыроежками. Вопрос задачи заключается в том, что мы должны узнать, сколько всего грибов собрал ежик. Что это значит? Это значит, что сколько грибов ежик собрал вместе белых и сыроежек. Обозначаем это фигурной скобкой и поставим знак вопроса. Итак, чтобы ответить на вопрос задачи, нам нужно узнать, сколько всего грибов найдено. Это значит, что к 8 грибам белым мы должны прибавить 7 грибов сыроежек. Это задача на сложение. Чтобы найти, сколько всего, нужно выполнить действие сложения. 8 прибавить 7 будет 15. 15 грибов собрал ежик. А теперь запишем ответ. В задаче спрашивали о количестве грибов, которые собрал ежик. Отдаем ответ. Ежик собрал 15 грибов. Вот сейчас задача решена.